В своем видео по лазе через сульфат оказалось, что я ошибался. На самом деле красный цвет раствора придавал не по лазе, а судя по всему родий. Вот наш по лазе выделенный тогда, сейчас на фильтр. И сегодня, то есть вчера мы выделили, а сегодня он уже превратился в зеленоватый, коричневатого, зеленоватого оттенка. Это на камеру. А если глазами смотреть, то зеленоватый такой, грязно-зеленый цвет. Что говорит, что здесь у нас и палладий, и родий, скорее всего. Металл, который я в последующем, то есть это у нас родий, палладий. Предположительно, опять же, мы будем отвязать ни того, ни другого, потому что не можем сказать точно. И следующий металл, который выделился, тут я не могу сказать, что это такое за металл. Но если смотреть по таблице напряжений, то этот металл должен идти следом за родием, вернее, в сторону водорода. Металл серого цвета. Здесь тоже немножко зелененького присутствует на цинке. Вот на этом квадратике. Вот тут плохо видно просто. Ну, совсем чуть-чуть. В основном это металл серого цвета.